Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. Они смогут находиться в нашей стране не более 14 дней с момента пересечения границы, сообщает Комитет миграционной службы республики. Им разрешены как деловые, туристические, так и частные поездки. При этом для жителей Индии и Китая утратил силу действовавший ранее специальный 72-часовой транзитный режим. Отметим, общий срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 дня в течение 6 месяцев. В его рамках иностранным гражданам запрещается осуществлять коммерческую деятельность. Напомним, список безвизовых стран в Казахстане планируют увеличить до 100.